Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, перед тем, как начать тестировать вот этот нож из стали D6 с заточкой карбидом кремния, давайте проверим его на коррозионную стойкость. Как я уже написал в комментариях, там меня спросили, как он ржавеет, не ржавеет. Сейчас буду резать хурму. Как уже кто-то видел, я скидывал там на мою страничку в Instagram видео, где я проверял хурмой сталь 9HF, по-моему, если не ошибаюсь. Понятно, что это стали разного класса, но хурма проявляет очень быстро, если клинок склонен к ржавлению, он проявляется очень быстро. Поэтому давайте сейчас сделаем вот таким вот образом. Сейчас время 8:30. Я сейчас прорезаю вот так вот. Там косточки остались, я так понял, уже не режется. Да, здесь косточки. Режу еще вот так. И сделаю намажу соком хурмы. Вот так вот, видите, да? И давайте оставим это на полчаса, я думаю. Ну, если начнет эффект появляться раньше, я включусь раньше. Итак, 8:30, в 9 я включаю камеру, и мы смотрим, какой будет результат. Поржавеет, не поржавеет, пойдет пятнами, не пойдет. Мне самому это интересно. Сейчас еще раз, еще вот этот отрежу кусок. Чтоб так обильненько. Вот так вот. Я думаю, этого будет достаточно. Ну что ж, выключаю и смотрим. Через полчасика, что у нас покажет хурма. Итак, полчаса прошло. Время начала 10. Вот ножик, который был покрыт соком с хурмы. Беру салфеточку и это все вытираю. Тряпочку достану. Так. Ну. Вот с этой стороны покажу. Появились вот такие вот пятна. С одной стороны чуть больше, с другой меньше. Но явно выраженный. Сейчас, подождите секундочку. Так. Сполоснул, чтобы убрать вообще сок, чтобы видно было. Так. Вот показываю одну сторону. И вот показываю другую сторону. Вот так он будет видно. Ну, что могу сказать. Коррозионная стойкость на довольно-таки хорошем уровне. Особых каких-то явных очагов, рыжих пятен, еще что-то там не появилось. Понятно, что, конечно, если оставить его на ночь там в огуречном рассоле или там в капустном рассоле,
то ситуация на клинке может быть совершенно другой. Но полчаса сок хурмы не особо, так сказать, нанес большой ущерб клинку. Но хотя вот в этом месте, вот здесь, при определенном как бы наклоне против света, такое как вот что-то рыженькое проскакивает. Даже не рыженькое, а такое какая-то как желтизна, вот как углеродочка начинает менять цвет. Ну, в принципе, вот такой вот результат. Это полчаса сок хурмы. Ну, особо ничего страшного нет. Так что здесь все, как говорится, в порядке. Наверное, я так думаю, в порядке допустимого. Ну что ж, коррозионную стойкость проверили. Теперь будем дальше проверять удержание режущей кромки после заточки карбидом кремния. Не переключайтесь, впереди еще будет много, так сказать, интересного. Добрый день, дорогие друзья. Итак, тестируем нож нарез сталь D6 после заточки карбидом кремния абразивами, не алмазом. Алмазом мы уже видели, теперь посмотрим, как отработает нож на заточке карбида кремния. Точил камнями Гритолон, финиш здесь 4000, режем, как обычно, канат, джут 22 мм, потом порубим чуть-чуть рог, клен построгаем, ну, в общем, посмотрим, будет ли прирост в резе при заточке этими абразивами. Итак, дабы не задерживать, как говорится, все это мероприятие, начинаем. Резать будем, наверное, будем считать 50-100 раз, как посчитаем. Так, в любом случае нужен важный результат. Итак, погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Давайте будем по 50 считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Ну, должен вам сказать, что идет бодрее. Надо будет сейчас взять жидкость для снятия лака, чтобы клей убирать. Ну что ж, погнали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать,
15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Едем дальше. Режет за одно движение, очень агрессивно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Сейчас. Двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Ну что ж, очень даже... Сейчас, секундочку. Возьму салфеточку. 50. Так. Уберу пока. Да. Так, ну что ж, едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, плюс 50. Так, где у нас тут?
плюс 50. Где-то уже какими-то местами зацепляет. Здесь все ровненько и чисто. Так. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Поехали дальше. Сейчас еще 50. Будем смотреть бумагу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Плюс 50. То есть никаких изменений нет. Сейчас еще раз. Так, скоро надо будет камеру на зарядку поставить, чтобы не выключилась в неподходящий момент. Потому что у нас впереди еще дерево, рога. И надо будет смотреть. Я сейчас подключу камеру, чтобы она работала. Так, все, зарядка пошла. Продолжаем. Продолжаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Плюс 50. Еще режет. Бумагу может уже будет обтыкаться, но факт остается фактом. Канат режет пока еще за одно движение. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Едем дальше. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Последний метр остался. Больше у меня замотанного нет. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Хочется снимать одним дублем, хотя рука уже начинает подбаливать. Устал. Ну ничего. Задир это формат А4. Газетку еще рвет. Чековую ленту тоже еще прорезает. Главное, что он режет канат за одно движение. Так, ну что ж, давайте дорежу как последний до конца вот этот кусок. Вот он у меня остался, больше нету. Короче, режу до конца по 50, а потом уже будем считать, сколько у нас осталось. Ладно, погнали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50, и еще дорезаю до конца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Так, плюс 50. Ну и остаток. И остаток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Все. И еще плюс 25. Итого. Итого. Сейчас, секундочку. Так, можно снимать эту кожаную. Проверяем. Так, ну что ж, порезали. Будем пробовать. Так, газета. Ну, реклама. Есть уже какие-то там замины. Ну, в принципе, они незначительные. Они незначительные. Чековая лента. Ну, кончик, который не особо, как говорится, был в работе, сразу хватает. Здесь уже плохо. Так, формат А4, обычная бумага. Чуть-чуть бахромит. Вот. Ну, в общем, чековая лента не прорезает. То есть не хватает. Хватает, ну, какими-то местами. Ну что ж, подведем итоги. Давайте посчитаем, сколько раз. Так, 100. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это 650, 675 раз. Вот так вот. Подержу, чтобы вы могли увидеть. 675 раз за одно движение. И у меня закончился канат. Надо было делать еще два куска. Но я что-то как бы так подумал. Думаю, 4 кусков по метру будет достаточно. Ну, там
Ну что ж, давайте восстанавливаю. Хотя не восстанавливаю. Бодренько строгает. Агрессия чувствуется хорошая. Правда, здесь, конечно, геометрия клинка. Смотрите, толщина 4 мм почти. Не совсем для строгания, но при необходимости построгать можно. Так, давайте, это был клен. Ты мой опавший клен, заледенелый. Это дуб. Особых каких-то изменений нет. Теперь сейчас сделаем вот такой ход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот начал, как говорится, цеплять чековую ленту. Будем пробовать, что ж делать. Так, где он? Кусок, который, блин... А, вот он. Так... Вот кусочек, который я отрубил. Вот место. Сейчас намечу, чтобы... Блин, где там какой-нибудь маркер, чтобы наметить место, которое урубил. Вот еще здесь осталась стружка. Вот место, которым рубил. Так. Показываю с двух сторон. Никаких изменений на режущей кромке нет. Протираем, чтобы убираем, как говорится. Теперь показываю еще раз. И теперь смотрим этим местом. Смотрите, как застругивает. Застругивает просто. Ну, видите, сами механику на этом ноже. Ну, а сейчас я как раз надо отсечь лишнее. Отсечь лишнее с рукояти. Потом сделать рукояточку. Так, ну все, примитивно сделал. За счет толстого воздуха колет просто на ура. Какие-то там зазубринки уже есть. Ну, давайте попробуем. Ну,
нашу любимую керамическую трубочку. Все. РК восстановлено. Что и требовалось доказать. Так, ну что ж, присяду, потому что уже ноги болят. Так. Ну что, дорогие друзья, я вам продемонстрировал еще один, как говорится, небольшой экспресс-тест, посвященный ножу из стали D6. Вы увидели, что на 4000-м финише на карбиде кремния совершенно другой результат, нежели было заточено на алмазах. То есть сразу с первых моментов, когда начинаешь резать канат, сразу чувствуется, что агрессия гораздо лучше, чем была с алмазами заточена. Вот. Не знаю, может быть, попозже чуть-чуть попробую финишировать где-то 5000-ником шептоном или, может, 8000-ником. Не знаю, это может быть уже чрезмерно избыточный финиш будет, но хочется попробовать D6 в этой, как говорится, в таком финише. За время работы никаких вот изменений на РК нет, никаких сколов, заминов, выщерблен, ничего нет. Даже там, где вот место, где рубился рог, даже не блестит против света. То есть вот такая вот D6. Я очень, как говорится, впечатлен. Я рад, что железка так себя показала. То есть можно ее даже рекомендовать к приобретению. Она довольно-таки хорошо устойчива к каким-то агрессивным средам. Ну, более-менее, это вот следы от хурмы. Вот. У нее очень хорошая механика. Она затачивается в хорошую остроту. Держит малый угол. Здесь угол, по-моему, да, 35 градусов, как и был изначально. Вот. Протачивается она очень... Как не сказать, что легко, но протачивается она как бы предсказуемо. То есть образуется заусенец, он уходит, и никаких проблем с заточкой дальше не возникает. Но это опять же так затермичена сталь. Можно ли с нее еще что-нибудь вытянуть? Я думаю, что да, потому что, как говорится, потенциал у D6 еще как бы не раскрыт. Железка новая на рынке у нас, но... Я являюсь, как говорится, счастливым обладателем этой железки. И поэтому эксперименты будут продолжаться. Теперь я хочу попробовать именно все-таки еще раз заточить его абразивами. И попробовать на тонком финише, на супер тонком финише, как он себя поведет. Уместно ли это будет или нет. Канат он порезал 675 раз за одно движение. У меня кончился канат, потому что я, ну, на самом деле не ожидал, что такой будет результат. Я бы сделал кусочков 6-7, накрутил бы скотчем. Но, в общем, то, что есть, то, что есть. Этого результата, я считаю, достаточно. Он меня, как бы, в принципе, радует. Я за какими-то рекордами не гонюсь. Просто сталь отработала. Ну, я думаю, еще бы раз, наверное, 100 он бы отрезал без проблем. А может быть и больше, не знаю. Но имеем результат, который имеем. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Желаю, кто будет писать в комментариях. Жду ваши какие-то замечания, мысли, наблюдения. Может, кто-то сталкивался в своей практике с этой сталью. Поделитесь мнением. Вот. Желающие ее будут приобрести. Добро пожаловать в WhatsApp. Пишем. Узнаем. И я буду собирать заказ на эту сталь. Это при условии, если она кому-то нужна. Вот на этом все. Всего доброго. Пока-пока.